Всем приветики! Спасибо, что заглянули на мой канал. И в этом видео будет уже второй заказик Oriflame по каталогу номер 1. Первый у меня был на 151 балл, и у меня был возврат, и 6 баллов списали. Поэтому, чтобы подействовала скидка от 150 баллов, мне пришлось добить заказ. Ну, в принципе, как раз заказ поступил, девочки заказали. И бывает такое, что кто-то не успеет заказать. И в начале каталога выгодно заказывать, приобретать продукцию, так как она вся есть в наличии. Больше вероятности, что она есть на складе. В конце каталога, если вы будете отправлять заказ, уже чего-то может не быть. Поэтому мне пришлось отправить 2 раза заказ. Но и в течение всего каталога, после первой недели, обычно компания дает акции различные, которые очень выгодно. И бывает такое, что в первую неделю отправил заказ, и потом дали акцию, а ты уже под нее не попал. Становится обидно. Давайте посмотрим, что в коробке. Как раз вот по акции я себе приобрела наборчик по очень выгодной цене. Заказик совсем небольшой, в отличие от первого. Наконец-то я взяла пакетики. Вечно забываю про них, а когда приходит заказ, не во что положить. Маленькие пакетики. Взяла себе вот такой кремушек. В первый заказ думала взять, не взять. Вообще сразу на него положила глаз, так как он с экстрактом персика. У него приятный персиковый аромат. И он такой нежный, как лосьончик, потому что у меня такой кремушек был и кокосовый, и олива, и алоэ также был. Захотела персиковый, но потом подумала, у меня очень много кремов, пожалуй, не буду заказывать. Но так как второй раз пришлось отправить заказ, все-таки я его решила себе взять. 99 рублей по цене каталога, мне за 79 рублей, поэтому почему бы нет, если хочется себя побаловать новым ароматиком. Это у нас в наборе получилось. Давайте сейчас все выложу, что было в этом выгодном наборе. Наборчик обошелся мне всего лишь 199 рублей. Набор называется «Согревающий пунш». Вот он накладной, посмотрите. И условие было такое, нужно было на 1000 рублей заказать, и тогда этот набор можно было по спеццене приобрести. Если так считать, то этот набор стоит дороже, около 1000 рублей. 852, если не ошибаюсь, сначала была его цена, когда я его вбила в заказ. Потом еще добавила товары, и он уже мне выскочил за 199. Поэтому очень выгодно, несмотря на то, что я заплатила второй раз доставку. Все же это пойдет либо мне, либо на подарочки, либо можно продать. Поэтому смотрите сами, выгодно или нет участвовать в таких акциях и быть зарегистрированным в компании Oriflame, Avon, Faberlic или в какой-либо другой компании, и в Roche. То есть чисто для себя это очень выгодно брать. Пусть вы взяли на запас, зато у вас закончилось, вы не побежите в магазин, вы возьмете у себя с полочки шампунь. А если вы пойдете в магазин и будете брать по одному шампуню, то в подарок вы ничего не получите в обычном магазине. Подробненько расскажу про этот набор. Это у нас гель для душа парфюмированный, очень вкусный, красный апельсин. Это у нас тканевая масочка с витаминами. Очень хорошая, с овсом, с апельсином. Она у нас такая питательная. Тут у нас маленький кремушек в подарочной коробочке. Здесь мыло также в коробочке. И вот такой замечательный крем для лица с папайей. Очень вкусненький у меня такой был. Прям такой нежный и аромат офигенный. Также у меня в этом небольшом заказе фименелечка. Средство для интимной гигиены. Подружка тоже уже не первый раз заказывает, ей нравится, постоянно берет. Мочалочка. Взяла также календарики. Стоит всего лишь 9 рублей 3 штуки. Вот такое тональное средство Giordani, тональный кремушек. И спрей для тела VIP Club Ibiza. На этом все. Пока-пока. Теперь уже следующий обзор будет со второго каталога.